все любят Дисней, да? Я люблю. Напишите в комментариях, любите ли вы мультик Дисней. Я обожаю. Мой любимый Король Лев и Русалочка. А ваши? Напишите в комментариях, ребят. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня не так просто. Не просто так я начала рассказывать про Дисней туда-сюда. Это видео называется «Что если все диснеевские принцессы умерли?» Вот прям так. Представляете? Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, удача отправляется к вам. И мы начинаем смотреть про мертвых диснеевских принцесс. Пока жива. Дринк, минут она выпила. Я вам говорю, не пейте всякую гадость. О, это же Абу из Аладдина. Но это не принцесса. Тут бой, и тут вот. Фу! Какая красивая, да? А, это русалочка. Тут ее Урсула поймала. Акула, точнее, с Урсулой вместе. То есть Урсула травила акулу. Храбро сердцем? Да. Пам-пара-пам! Как жаль! А это кто? А, красная шапочка! Пам-пам! Волк все-таки ее поймал. Это плохо! Венди! Давай, вытаскивай! Все! Это жалко, жалко! Я не хочу, чтобы принцессы умирали! А это кто у нас будет? Ой, обожаю, обожаемый, самый мой обожаемый, это Белоснежка. Напишите в комментариях, какая принцесса ваша самая любимая, моя Белоснежка, ничего не могу с ним поделать. Там кот сжирает мою сумку, я не знаю почему. Кот! Кс-кс-кс. Мышь, это что с тобой сегодня, целый день? О, принцесса-лягушка? Все! Гарри Поттер у нас сейчас будет. Но это не принцесса, это у нас... Драко Малфой. Мне так нравятся вот эти накидки, я их обожаю. Так красиво. Ну, это красная шапочка, опять же. И опять ее поймал волк, так естественно смотрится. Я не хочу, чтобы было так. Это Белль. Белль тоже прекрасна. Но Белоснежку я люблю больше всех. Белль у меня на втором месте. Пам. Привет, это же Геракл? Это же он? Да, помните этот момент? Я его помню, когда он постарел. Это точно моя любимая не кусающая яблоко Белоснежка. Все-таки она откусила, и что с ней? Вот. Не надо брать еду у незнакомцев. Чем от меня пахнет, я не могу понять. Он сегодня целый день вот так до меня докапывается. Я не знаю, что с ним делать. Мне страшно. Он меня грызет. О боже, куда ты? Ну, не надо. Не надо. Целая семейка супергероев. Он мне кусает локоть. Я не понимаю, что с моим котом. Что, скажи? Иди ко мне. Иди. Давайте посмотрим, что с ним. Давай. Вот, смотрите, пожалуйста, я не знаю, что с ним происходит сегодня. Он меня грызет. Он меня ест. Так, а кто у нас Белль опять? Белль! Волки на нее напали? Нет, прошу. Пипец, все развалил, погрыз и убежал. Тан-таран-тан-таран-тан. Я, короче, запуталась в принцессах, их слишком много, я уже даже не знаю, какая называется. Но это понятно, это Белоснежка. Белоснежку я узнаю всегда. Бах! И что? Come life with us in the... Куда вы? О, нет, только не туда. Не только не туда. Клоуны не такие страшные, как мертвые принцессы. Правда. О, холодное в сердце, да?
Или какое оно там? Frozen. Замерзла. Офигенные линзы. Обожаю линзы. Мне, конечно, в них тяжело, но нормально. Потому что это эффектно. Эффектно. Disney Ever After. Это сестра нашей замороженной девочки. И она тоже замерзла, представляете? Как они так делают этот иней? Это, видимо, какой-то искусственный. И какая она идеальная кожа. Как она сделала такую кожу? Яблочко-то не надо было есть. Та-дам! Зубы выплыли куда-то. Глаз потек, кровище везде. Золушка. Принц ее не спасет. Принц спасет, потому что у нее каблук в глазу. Как им приходит это в голову? Не пей. Не пей. Не пей, не кури, не пей. Мулан. Интересно, как ее изобразит девушка с голубыми глазами? Ну, с Муланом что-то произошло, но он не очень похож на Мулан, потому что Мулан азиат с карими глазами. А это кто? А, спящая красотка. Ты все проспала. Принцесс, лягушка. Ква, 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 ква. Блин, сколько прекрасных принцесс. Собрать бы их все вместе. Интересно, какая была бы я принцесса? Принцесса плюшевого королевства. Вот видишь, как все, а? Ты можешь быть 1000 раз принцессой, но если ты будешь делать неправильные действия, тебя могут погубить. Завистники, ненастоящие друзья, герои-любовники, которые ногтя твоего не стоят и так далее и тому подобное. Короче, мой тебе совет. Не бери еду у прохожих, не пей. Не общайся с подозрительными личностями, которые тебе сильно льстят. Или наоборот, тебя хотят обидеть. Что еще? Не здоровайся с медведями, это опасно. Да, потому что они царапаются. Не ходи ночью в лес, потому что там волки. Что еще? Аккуратнее с каблуками со своими, потому что они могут попасть в глаз. Что я забыла еще? Что у нас еще тут было? Яблоко, я сказала, не брать еду у чужих. Если мне монстры на каникулах. Монстры на каникулах, но это не принцессы. И не общайся с вампирами, потому что он тебя укусит. По-моему, все. Вообще, самое большое зло, которое здесь произошло с принцессами, это было из-за кого-то. Так что аккуратнее, вот видишь, да? Я тебе не просто так говорю. Пойдем со мной в замок. Я покажу тебе твою комнату, она уже тебя ждет. Почему? Я не люблю тебя. Ах ты, гадкий ты. О, принцессы тоже могут убивать. Она белоснежка даже. Она белоснежка сама по себе. Не кусай. Правило номер 5. Не бери игру. Иду у незнакомцев. Я прошу тебя. Не пей всякую фигню. Правило номер 1. Принцесса-лягушка, и не целуй, кого попала. Это пункт 11, мне кажется, уже у нас. Да-д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 а. Привет, это Жасмин? Похоже, какая кожа. Ее засыпало песком. Ой, мамочки. Не лазь, куда попала. Пункт 12. Волки напали. Я тебе говорю, не ходи по ночам в лес. Пункт 7. Так, русалочка, так, у ней что? Давайте-ка посмотрим. Вилка не расчесываться. Может быть... А, это Урсула. Вот завистливый человек. Вот завистливый человек, который ее... Блин, почему? Еще самое-то обидное, что принцессы, они все чистые, наивные, такие добрые. И вот как раз на таких слетаются все стервятники. По себе знаю. Ну ничего, ты держись, давай. Твоя суперсила.
И помни про пункты. Пункты не забывай. Вот. Все было отравлено. Так вот, русалочка опять, Ариэлька. Забрала голос у нее. Это ужасно. Это ужасно. Короче, слушай меня. Я не хочу тебе зла. Я люблю тебя. Ты супер. Если тебе понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Пася. Подписывайся на мой канал. Я тебя люблю, да, я сказала. Целую еще. Пока. Ставь лайк. Да.